Замок повесили, дверь опечатали. После того, как репортеры республики рассказали о бесхозяйном грузовике, кузов которого забит просроченной газировкой, на место стоянки прибыли сотрудники МВД. Практически сразу после нашего эфира бутылки с жидкостью неизвестного происхождения, которую бесконтрольно пили дети, убрали. Данный лимонад был изъят. Часть данного лимонада, которая была отправлена на экспертизу, фургон был уже нами опечатан и закрыт на замок для того, чтобы посторонние лица уже не могли воспользоваться данной газировкой. По словам местных жителей, грузовик припаркован около 3 недель назад, однако, судя по состоянию ходовой части, гораздо дольше. В настоящее время устанавливаются владельцы транспортных средств, где хранилась вышеуказанная тара. Коммунальная служба города сориентирована на скорейшую ликвидацию свалки. Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен после установления всех обстоятельств. Как наша редакция сообщили в правоохранительных органах, жалоб по факту отравления детей не поступало. Репортеры республики продолжат следить за судьбой машины, которую в народе уже окрестили «грузовичок с подарками».